Вот я расставил колоночки на этом импровизированном рабочем месте, офисном рабочем месте, тоже не приспособленном для воспроизведения. Но я хочу показать вам, как в реальной обстановке эти колонки звучат. Каждый из вас может найти в них какую-то особенность, которая ему покажется важной и интересной. А для этого я включаю стандартный набор треков для своего канала, и вы можете сравнить звучание с другими системами.
Главные слова сказаны, может быть, нелепыми фразами. Теперь лети. Главный наш враг – недосказанность. Нарисуй холодными красками. Теперь лети. Этот летний лет моего сердца хит. Этот летний бед не спит. Ну что ж, простая, но востребованная конструкция, современная начинка и вообще концепт, простенькая и со вкусом. Уверен, что придется по вкусу многим продвинутым молодым людям, которым звука смартфона не хватает для озвучивания своего внутреннего мира. Затем пока, счастливо, ребята, до следующих встреч, следующих обзоров.